в зеркало смотрит, и оказывается нет. Нет. Вот так вот. Поглядывайте по зеркалам, чтобы вас кто-то объезжал, чтобы вы ему не мешали. Вы не одна на дороге подходите. Газ уберите. Что вы видите сзади? Вот и двигайтесь сорой. Выбирайте место для остановки. Что вам мешает здесь остановиться? Машины. Не, лучше вот здесь, можно? Во-первых, вы сейчас уехали. Вот, это правда? Раз. Да, в бордюр уехали. Поворотник не включили, это два. И в-третьих, знаки остановка запрещена, почему не видим? Поехали. Вот стоял 40 знак ограничения скоростного режима, да? И знак остановка запрещена. Тем более вон вам еще в зоне видимости со стрелочкой. Выключите. А вы говорили здесь. А я не спрашиваю, я не говорил, что здесь, я спросил, что вам помешало здесь. А вы должны уже были ответить, что знак установлен там. А вы сказали машины, понимаете? То есть я хотел посмотреть, увидели вы этот знак или нет? Не увидели.